языка надо брать. Предлагаю брать языка днем. Разведчик АС для задания особой сложности Владимирка. Высок, крепок, только уж очень молод. С трудом верилось, что это знаменитый мастер разведки. Как политзаключенный Карпов стал героем Советского Союза? Было подготовлено ряд провокаторов, агентов, которые засылались в подпольные группы. И что сделало его всемирно известным писателем? Как все поэты, я был вольнодумец. Легенды армии. Во вторник в 19:40 на телеканале «Звезда».